Здравствуйте еще раз. Меня зовут Александр Гриншкун. Я являюсь доцентом Департамента информатизации образования Московского городского педагогического университета, а также руководителем магистерской программы «Виртуальная дополненная реальность в образовании». Сегодня мы поговорим о том, как научить технологии виртуальной дополненной реальности, да, что для этого нужно, какие технологии, возможно, ресурсы. И у нас сегодня в зале прекрасные гости, которые занимаются данным вопросом в различных направлениях. Это Александр Пикулев, руководитель образовательного направления компании Varvin. Это Никита Рачеев, младший научный сотрудник лаборатории педагогических инноваций Вятского государственного агротехнического университета. Это Рустам Абдюханов, сооснователь стартапа образовательного конструктора очков дополненной реальности iFlexible. И, к сожалению, еще один гость прибыть не смог очно, да, но я смогу рассказать презентацию за нее. Это Анастасия Ольховая, представитель компании Varvin. С моего доклада начинаем тогда обсуждение, после чего дам слово коллегам. Итак, как научить виртуальной и дополненной реальности? То есть наша сегодняшняя тема нашего собрания – это технология дополненной виртуальной реальности именно как объект изучения, а не средство обучения. Это очень важно понимать такую разницу. Да? Мы говорим о том, как именно обучать конкретно таким вот технологиям в для различных задач. И становится сразу вопрос, а вообще зачем обучать технологии дополненной и виртуальной реальности? И здесь можно выделить несколько элементов. Ну, учить зачем? Чтобы, во-первых, использовать такие технологии как средство обучения. То есть, если мы хотим использовать технологии дополненной виртуальной реальности в качестве инструмента обучения, и если мы говорим про такие технологии, то чаще всего мы говорим как раз-таки как средство обучения, да, то человек, который это будет использовать, это может быть школьник, студент, там, преподаватель, представитель бизнеса какого-то, да, сотрудник нашей компании, он должен владеть какими-то определенными базовыми понятиями, как работать с такими технологиями. Если он этими технологиями не будет владеть, этими знаниями, то, во-первых, очень сильно увеличатся определенные риски использования таких технологий, время, затраченное на образовательный ресурс, и также снизится качество такого обучения. Наши коллеги проводили исследования и показали, что там очень значимая разница между умеющими пользоваться такими технологиями или нет, при использовании таких технологий в качестве средства обучения. Следующее. Следует обучать таким технологиям, как их применять в быту. Да, это особенно относится к школьникам, потому что они будут жить в ближайшем будущем, где такие технологии получат большее распространение. Как, к примеру, с помощью технологии дополненной реальности построить там маршрут, перевести текст с помощью виртуальной реальности. Там, возможно, какие-то развлечения, экскурсии и так далее. Как применять технологии дополненной виртуальной реальности в работе? Так, сейчас уже в настоящее время хирурги, например, применяют технологию дополненной реальности для проведения операций, виртуальной реальности для определенных тренировок, там, складские рабочие, инженеры, строители. Такие технологии активно сейчас внедряются в различные рабочие процессы совершенно разных сфер. Нам нужно обучать учителей, чтобы они понимали, как применять технологии дополненной виртуальной реальности, как строить при этом урок, да, где можно использовать такую технологию, где ее использовать не стоит. И кроме того, мы должны понимать, что если мы хотим, чтобы такая технология технологически развивалась дальше, у нас были устройства, контент, определенные какие-то сервисы, то нам нужно готовить и разработчиков таких технологий, то есть дополненной виртуальной реальности, и там должны быть особые программы подготовки. И вот тут я предлагаю сразу подумать, а что еще? Какие могут быть причины изучения технологии дополненной виртуальной реальности в образовательном процессе, на которые стоит учитывать при формировании вот такого вот перехода? И давайте поговорим о том, что для этого нужно, что нужно сделать, чтобы качественно, безопасно и эффективно внедрить вот такое вот обучение таким технологиям на разных ступенях образовательного процесса. В первую очередь необходимы педагоги, которые понимают не только, как работать с такими технологиями, но и как им обучать.
И тут, помимо педагогов, безусловно, нужно и методическое сопровождение разработанное, и какая-то система подготовки, переподготовки от государства, возможно, от бизнеса, какие-то частные инициативы. Необходимая модификация учебного плана, к примеру, на уроке информатики, внедрение соответствующих тем. Это должно быть и какое-то программное обеспечение, к примеру, какие-то образцы образовательных сред, возможно, конструкторы, о которых мы сегодня поговорим. Это может быть и какое-то аппаратное обеспечение, да, чтобы можно было говорить о том, что можно было бы попробовать себя и в качестве разработчика, и в качестве пользователя, а не просто прочесть об этом в учебнике. Это и возможность организации занятий. Я думаю, тот, кто пытался внедрить такие технологии, например, тот же школьное образование, сталкивались с определенными проблемами, где проводить, каким образом, так, чтобы это было безопасно, эффективно и удобно в текущих условиях. Да? Это и нужно проведение дополнительных каких-то исследований, которые могли бы повысить эффективность и понизить риски использования таких технологий. И, безусловно, необходимо какой-то инструмент популяризации, чтобы рассказывать об этом и продвигать это, скажем так, в массы. И все мы эти пункты в той или иной мере сегодня постараемся затронуть с нашими как раз спикерами. С нашей стороны, в Московском городском педагогическом университете мы стараемся решить такую проблему тем, что мы, во-первых, организовали магистратуру виртуальной дополненной реальности в образовании, как раз-таки, чтобы готовить разработчиков таких технологий в области образовательного процесса. В будущем, я надеюсь, у нас получится открыть и педагогическую магистратуру, чтобы обучать уже учителей, как этому обучать и использовать. Мы ввели и курс, соответствующий для магистров непрофильных специальностей. У нас открыта лаборатория, в которой мы проводим исследования и обучаем в том числе и студентов колледжа, да, то есть это получается ступенька практически школьного образования. Поэтому в данном случае мы стараемся выступать именно в качестве вот, педагогического вуза, как некий центр подготовки педагогов. Итак, спасибо большое за внимание к вот, постановке вопроса. Прошу тогда внимание на следующий наш доклад. Это Анастасия Ольховой. К сожалению, у нее, как я уже говорил, не получилось прибыть, поэтому я постараюсь кратко рассказать ее сообщение самостоятельно. Анастасия – это представитель компании VR Concept, отечественной компании, которая разработала программный продукт в области использования технологий виртуальной реальности для различных инженерных целей. Да, в первую очередь для обучения, для конструирования каких-то систем, тактильным моделированием, саппорт-систем и так далее. И на что я хотел бы обратить внимание в рамках данного выступления, это то, что данная компания, помимо вот такого программного обеспечения, они подготовили и уже проводят третий год подряд акселератор, который открыт для всех учителей, там, студентов и просто желающих на бесплатной основе, как раз-таки поучаствовать в нем и пройти обучение. Они предлагают программу, которая позволяет не только обучить базовым каким-то вещам в технологиях виртуальной и дополненной реальности, они при этом тему активно популяризируют, и это как раз-таки говорит вот следующие данные, что по статистике за первый акселератор, который они проводили в 2021 году, у них прошло вот это вот обучение 680 человек со всех уголков нашей страны, и в принципе даже несколько человек было из других стран, такие как Казахстан. И уже в этом году, в прошлом году, прошу прощения, да, то есть следующий акселератор, прошло обучение уже больше 1000 человек, то есть рост был практически в два раза. Соответственно, по окончанию данного акселератора педагогам, студентам, участникам было предложено поучаствовать в конкурсе проектов, который был направлен не только на какие-то инженерные части, но и вот с этим самым программным обеспечением были совершенно разные предметы и по математике, там, и по физике, химии, там, по истории и так далее. Да, вы видите, что уже перешло это в такой полноценный международный проект.
Да? И я хотел бы здесь отметить, что на текущий момент, да, идет открытая запись на акселератор этого года, поэтому если у вас есть желание, вы вот до 30 сентября можете перейти по ссылке, которую видите в данном QR-коде, и записаться на него, послушать интересных лекторов и получить вот какое-то дополнительное образование по данному направлению. Да? То есть обучение самим технологиям, а не только использование данного подхода как средство обучения. Угу. Я думаю, что здесь мы можем закончить, да, так как у нас еще были технические проблемы. Спасибо большое за внимание, и я предлагаю продолжить нашу дискуссию именно в области одной из самых острых проблем, если мы говорим об обучении технологии виртуальной дополненной реальности и вообще об использовании таких технологий в образовательном процессе, это о, главным образом, недостатке какого-то программного обеспечения. И я приглашаю к выступлению Александра Пикулева. Да, коллеги, всем здравствуйте. Меня хорошо слышно? Да. Супер. Тогда давайте приступим. Презентацию видно у меня, да? Да, на весь экран. Супер. Тогда начнем с того, что мы компания Warwin Education. Занимаемся разработкой образовательной среды для создания и управления интерактивными 3D-VR-мирами, развивающей у детей, студентов, взрослых, до кого угодно, навыки программирования, алгоритмизации и разработки 3D и VR-интерактивных проектов. В общем, среди тех категорий, которые обозначал Александр, получается, мы готовим как раз таки 3D-VR разработчиков. Вот. Как работает Warwin Education? Ну, то есть, ну, для начала, да, начнем с того, что у нас среди охвата там каких-то образовательных организаций такие лидирующие позиции, да, по всей России, то есть у нас 350 образовательных организаций оснащены, 15 тысяч пользователей в общем платформе, это те, которые пользуются и платной, и бесплатной версией Warwin Education для организации образовательного процесса, для подготовки будущих наших разработчиков, да, которые будут создавать эти 3D и VR-приложения. И если говорить про сам Warwin, он состоит из такого 3D-редактора, состоит из визуального редактора логики на основе языка программирования Blockly, который в том числе используется, например, в такой среде, как Scratch. Я думаю, Scratch многие знают. Это, в общем-то, уже такой международный стандарт изучения основ программирования. Вот у нас как раз-таки тот же язык используется, поэтому дети, которые там ранее работали со Scratch, очень хорошо перетекают и в Warwin. Есть готовые шаблоны объектов и сцен для создания своих собственных проектов, есть учебно-методический комплекс, есть курсы для преподавателей и онлайн-курс для детей на платформе Stepik. Вот. Лучше, в общем-то, один раз увидеть, чем тысячу раз слышать, поэтому я быстренько сейчас покажу, как работает Warwin. Мы прямо у вас на глазах соберем простой проект. Мы сейчас добавили новый проект, выбираем какую-нибудь сцену, пускай это будет, ну, например, какой-нибудь магический лес. Открываем эту сцену в режиме редактирования. И на сцене нам необходимо разместить объекты. Допустим, мы хотим запустить ракету в космос, чтобы мы из этого магического леса отправились прямиком на Марс. Мы здесь размещаем ракету. Вот слева у нас находится библиотека объектов. Так, Марс ввел. Разместили ракету. У каждого объекта есть определенные свойства. Например, мы эту ракету хотим сейчас сделать статичной, для того, чтобы на нее не действовала сила тяжести. Размещаем кнопку. И размещаем, например, текст. На текстовой панельке у нас будет написано «Нажми кнопку». Сохраняем позицию объектов на сцене. Далее переходим в визуальный редактор логики. На Blockly, как я и говорил, у каждого объекта есть куча различных блоков для настройки их поведений. В данном случае я сейчас не буду как бы разбирать каждый из этих блоков. Времени у нас очень мало. Вот, я думаю, логика будет понятна даже без объяснений. Но я, тем не менее, прокомментирую. Если кнопка нажата, то на текстовой панели у нас изменится текст на 3, то есть у нас обратный отчет начнется, потом ждем мы одну секунду, несколько раз скопируем вот эту пару блоков кода, далее у нас будет 2, 1, пуск. После этого мы ракету отправим
космос. То есть она у нас будет перемещаться вдоль оси Y. Ось Y направлена у нас вверх в игровых движках. В течение, например, 5 секунд со скоростью 30 метров в секунду. Нажимаем «Применить» и добавим еще одну сцену в проект, которую назовем «Марс». Добавляем сцену «Марс». После того, как у нас эти 5 секунд пройдет, мы загрузим следующую сцену и окажемся на Марсе. Нажимаем «Применить», возвращаемся в наш редактор, запускаем проект в режиме 3D, то есть можно и в VR-режиме запустить, если у нас подключен шлем виртуальной реальности. Нажимаем на кнопку, все, обратный отчет пошел. Ракета сейчас у нас очень быстро полетит. Вот она у нас полетела. Надеюсь, было заметно. Можно сделать было скорость чуть поменьше. И у нас загружается следующая сцена, и мы с вами на Марсе. Вот таким вот вещам вполне можно как бы научиться на базовом уровне, а затем уже от визуального программирования переходить на высокоуровневый язык программирования C-Sharp, который используется в игровом движке Unity. Это уже международный стандарт. Вот, соответственно, вернемся сейчас быстренько к презентации. Где-то она у меня. Warwind Education, российское ПО, да, мы входим в реестр российских программ. Работаем, как я уже сказал, как просто в режиме 3D, то есть даже если у вас, например, в школе, там, в университете, ну, где угодно, в образовательной организации нет VR-оборудования, вы можете просто на обычный компьютер Warwind установить, и он будет ровно так же выполнять образовательные задачи, как если бы мы запускали его с VR-оборудованием, поэтому в этом плане он очень доступен. Помимо VR-шлемов, которые мы поддерживаем все, самые популярные. Мы также имеем поддержку голографической панели Nettle Desk. Вот, может быть, кто-то сталкивался, это такой экран. Мы надеваем очки, и создается такой голографический эффект объемный, как будто у нас экран имеет глубину. Вот. Для Nettle Desk тоже можно на базе Warwind создавать проекты. Как это вообще применяется в образовательном процессе? Ну, начать с того, что у нас есть учебно-методический комплекс, который занял 5-е место во всероссийском конкурсе методических материалов Федерального центра дополнительного образования. Это, ну, собственно, такой операционный центр всех кванториумов. Это детские технопарки. И мы уже его апробировали во множестве образовательных организаций. Знаем как минимум 50 образовательных организаций, где этот учебный комплекс применяется для реализации образовательных программ общеобразовательных, внеурочная деятельность, проектная деятельность, дополнительное образование, ну и также направление профориентации. Педагоги, используя наш учебно-методический комплекс, если что, он в открытом доступе находится, можно его посмотреть на нашем сайте, используют его для адаптации под свои собственные индивидуальные образовательные программы, в том числе участвуют в конкурсах, вот учитель года, различные региональные и всероссийские конкурсы профессионального мастерства среди педагогических работников. И тоже есть определенные достижения. Если говорить про образовательную траекторию, как я уже говорил, в начальной школе у нас Scratch, затем 5, 6, 7 класс Warwind. После этого можно дальше по прямой пойти в профессию разработчика интерактивных приложений, переходить в профессиональные движки, такие как Unity, либо можно следовать по другим веткам, например, в чистое программирование уходить на Python, на C-подобные языки, там, JavaScript и так далее. Можно уходить в 3D-моделирование, более чистое, да, для начала там, на простых инструментах, типа Tinkercad, затем уже профессиональные инструменты Blender 3D Max. Дети, педагоги на базе Warwind разрабатывают как раз-таки образовательный контент, который можно затем применять и в том числе на уроках в школе. Да, он будет не такой как бы качественный, как профессиональная разработка за деньги, но, тем не менее, это хороший способ для получения межпредметных знаний в том числе. Разрабатывая приложение по истории, дети получают знания не только в области программирования, но и в области истории, хотят они того или нет. Далее, по поводу того, как этому научиться, да, основная тема нашего разговора. Ну, у нас есть курсы повышения для педагогов, повышение квалификации «Цифровой педагог» называется. За 2 месяца мы учим работать с нашим программным обеспечением. И не только как с точки зрения инструментария, да, как правильно там собрать проект, но и как его внедрять в образовательный процесс. Как использовать наш учебно-методический комплекс для того, чтобы запустить там программу внеурочной деятельности или дополнительного образования. Либо даже вдруг найдутся смельчаки, которые попробуют это внедрить как модуль в дисциплину информатика либо технологии. Вот. Все это у нас есть. Также есть куча материалов в свободном открытом доступе. Каждый месяц я провожу вебинары и в импровизационном формате собираю какую-нибудь игру, либо там образовательный проект,
Вот у вас прямо на глазах, на нашем YouTube-канале мы размещаем все эти трансляции, можно их посмотреть. YouTube-канал так и называется «Варвин», поэтому приглашаю вас. Там много образовательных материалов, которые за рамками курса находятся, различные лайфхаки и прочее. И также есть вебинар, где педагоги делятся своим опытом применения «Варвин». Ну, не просто как я рассказываю, да, вот именно изнутри рассказывают, как это работает. По поводу олимпиадного конкурсного движения для школьников, зачем это все нам нужно, да, чтобы потом дети не только получали в будущем какую-то профессию, IT-компетенции, но и вот можно, пока они еще учатся в школе, участвовать в конкурсах для того, чтобы получать там реально какой-то опыт. Warren Education является лидером сферы национально-технологической олимпиады Junior для 5-7 классов. В сфере технологий виртуальной реальности. Наша сфера вторая по популярности после компьютерных игр, вот, поэтому здесь можно сделать вывод, что технологии виртуальной реальности, в принципе, пользуются популярностью и на слуху у детей, потому что они выбирают эту сферу. Ну и, собственно говоря, сейчас у нас регистрация все еще открыта. Уже началась первая попытка отборочного этапа. До 15 октября, в общем-то, можно поучаствовать еще. Поэтому welcome. Участие в Национальной технологической олимпиаде Junior дает баллы сразу автоматом к взрослой национальной технологической олимпиаде для 8-11 классов, где они уже на Unity работают. А победа во взрослой национальной технологической олимпиаде дает 100 баллов автоматом по ЕГЭ. По информатике. Вот, поэтому здесь есть, в общем-то, смысл в этом во всем участвовать. Ну, естественно, по информатике я имею в виду компетенцию виртуальной реальности. В рамках хакатонов у нас дети разрабатывают различные интересные проекты. При этом, поскольку наша компания работает не только с образованием, но и с бизнесом, мы также разрабатываем проекты для различных российских компаний, и промышленных, там, и банков, и сферы ритейла, например. В этом плане мы стараемся из этого пула компаний подтягивать для того, чтобы они предоставляли кейсовые задания на конкурсные мероприятия. Ну, вот здесь вот есть достаточно известные, я думаю, имена, такие как РЖД, Россети. Здесь, в данном случае, участие в таких мероприятиях – это получение в миниатюре реального опыта профессионального взаимодействия с настоящим бизнес-заказчиком. В этом плане такой опыт дети не получат ни в рамках никакой там проектной деятельности, которая, там, например, в школе реализуется. Ну, только если школа сама там не привлечет какого-то бизнес-заказчика, само собой. Но в данном случае здесь вот мы такую площадку для взаимодействия предоставляем. Вот, на этом, наверное, все. Приглашаю вас вступить в наше сообщество в Telegram, где наши пользователи рассказывают о том, как они Варвин применяют. Можно всегда задать вопросы разработчикам, и мне, и нашим методистам. Вот, по любым темам мы открыты к диалогу. Всем большое спасибо. Если будут какие-то вопросы, готов ответить, ну или там в конце поучаствовать в дискуссии. Спасибо большое. Ну, опять же, отмечу, да, что в данном случае мы очень часто сталкиваемся с тем, что многие преподаватели, когда пытаются сказать, давайте научим технологии виртуальной дополненной реальности, всех пытаются научить создавать какие-то системы в профессиональных средах, ну, условно говоря, Unity, либо там Unreal Engine, да. А в данном случае это что-то вроде, ну, скажем так, сродни, условно говоря, PowerPoint, да, то есть мы не учим учителей разрабатывать профессиональные какие-то монструозные системы, а мы даем относительно простой инструмент, в котором может разобраться, в принципе, каждый. Я бы даже сравнил это, даже вот больше подходящий аналог, это вот раньше, чтобы сайт разработать, нужен был веб-разработчик, HTML, CSS, всякие прочие базы данных. И сейчас есть как бы Tilda WordPress, где любой школьник может воспользоваться модульной системой в упрощенном формате, разработать свой сайт. В этом плане тут я бы такую аналогию привел. Но все это нацелено не на упрощение, а наоборот, для того, чтобы вот эта вот ступенька высокого, высокий порог входа вот этот вот сгладить, для того, чтобы действительно затем вырасти. Потому что многие дети, когда они только начинают вот свой первый путь в разработке, их что больше всего привлекает? Я хочу разработать игру. Здорово, прекрасно, как бы мотив. Но когда они сталкиваются с Unity и понимают, что первый год придется заниматься изучением языка программирования, у них как-то энтузиазм немножко пропадает. И первые результаты не получают, которые не стыдно маме показать там через несколько месяцев, дай бог, там через полгода что-то получится. Вот. А здесь они на первом же уроке собирают
какой-то свой проект, при этом рабочий, красивый, и вот эта дофаминовая машинка начинает у них работать, хочется еще больше, но и так постепенно они доходят до профессиональных сред, этот переход происходит более мягко. Да, ну, если не доходит, в любом случае, у них лучше понимание того, как это работает вообще, может, они используют это в других вещах. А тут вопрос из чата был, а какие-то специальные знания нужны для обучения на курсе, а то вот задающий вопрос историк и далека от программирования. Единственное, кратко, если можно. Конечно же, для тех людей, у которых есть какой-то бэкграунд в плане программирования, там, не знаю, Scratch тоже самый, будет проще, но у нас большинство людей как раз-таки на курсе, они не IT-специалисты. Вот, у нас даже есть пример, когда учитель истории вот, вместе с детьми разрабатывал проект. Вот в моей презентации он был, я, правда, на нем там особо акцент не делал, но вот такие примеры есть. Химики у нас учатся, биологи, которые пробуют потом создавать в рамках итогового проекта на курсах обучения как раз-таки проект в тематике своей предметной области. И в этом плане мы, конечно же, помогаем, консультируем. Мы здесь никого не бросаем. Если мы говорим про курсы обучения, стараемся. Если у вас, мы видим вашу мотивацию, если вы сами проявляете инициативу, то, конечно, мы пойдем навстречу и поможем вам реализовать задуманное, и параллельно научить вас каким-то вещам, которые вам в будущем пригодятся при разработке проектов. Спасибо большое. Я думаю, очень интересный был и полезный доклад, такой практикоориентированный, с демонстрацией. И следующий я хотел бы представить Никиту Рачеева. Это как раз-таки представитель вузовского образования, да, и он расскажет нам немного о том, как готовить непрофильных, скажем так, педагогов, да, вот к таким технологиям. Прошу вам слово. Благодарю. Сейчас пока запускаю презентацию, одна ремарка. Действительно, у Александра зацепило меня, даже сделал скриншот, честно говоря, где была образовательная траектория, потому что в моем опыте работы по обучению ППСов, то есть вузовских преподавателей, это, конечно, очень больная тема, потому что для них точки входа в этой модели пока я не вижу, что бы я им ни предлагал, к сожалению, потому что уровень Scratch для них это оскорбительно, что за там за лисенок там на логотипе, нас вообще не интересует вся эта история, мы уже доктора, кандидаты наук. И в то же время на уровень C-Sharp, конкретного языка программирования, уже не объект-ориентированно, они выйти тоже не могут. Поэтому вот таким, с таким тупиком приходится работать. Я бы сейчас хотел показать, ну, представить свой исследовательский опыт в части внедрения VR-технологий в аграрных вузах. В контексте обучения преподавателей, сделать акцент на дидактических проблемах, с которыми мы столкнулись. Конечно, это не единственный вид проблем, который присущ аграрным вузам в рамках внедрения этой VR-технологии. То есть до сих пор нет единого механизма хозяйствования, сколько лабораторий при вузах не создавай, каждый из них работает по-разному. Где-то это вырастает из научного кружка, такое движение, где-то VR-лаборатории, вот у некоторых есть московский один корпоративный вуз, где занимаются разработкой программного обеспечения просто под продажу конкретного заказчика, где-то это сугубо научное подразделение, где ведется научная работа, где-то выращивают из учебной лаборатории, поэтому вот это многообразие подходов даже просто к административно-хозяйственным вопросам порождает множество и других проблем, не говоря уже о том, что философские проблемы, аксиологические, о том, какой уже уход от реальности мы обеспечиваем нашим детям, вот такие вопросы все чаще возникают в головах у предпенсионеров. Это все, ну, я сейчас говорю конкретно по тем университетам, в которых я работаю. Это Кировская область, город Киров, агротехнологический университет. Ну и остальной опыт здесь у нас из других соседних наших регионов через ассоциацию агрообразования. Не смог тоже не, скажем так, не продемонстрировать один интересный слайд. Смотрел сейчас трансляцию Игоря Михайловича Рембаренко, где он показал вот одну из таких статистик. Я не смог ее не взять просто, а такую статистику интересную. Как раз по учредителям взяли и сравнили оценочно те компетенции, которые формируются у студентов по окончании программ бакалавриата, вот, магистратуры, высшего образования. Вот в разрезе сельскохозяйственных наук прошу обратить, какой огромный разрыв есть. Ну, говорим пока пусть даже про студентов. К анализу информации последнее восьмое место занимают выпускники аграрных вузов, и на первом месте они находятся по следованию правилам и процедурам. Вот, как мне кажется, уж если ППС и работа со студентами обеспечивают такой огромный разрыв между, ну, скажем, низкой способностью к анализу информации и высокой к следованию конкретным правилам и процедурам, делай раз, делай два, делай три, вырастет картошка,
Вот, наверное, и это в том числе является предпосылкой того, как мы готовим наших студентов, будущих специалистов в сферу ОПК, и это диктует нам проблемы по внедрению VR-технологий образования. Начали анализировать, из чего состоит сейчас единое образовательное пространство ОПК. Мы поняли, что всегда есть какой-то учредитель, главное лицо, всегда есть какие-то организации, которые выстраивают ассоциации, и уже, собственно, конкретные университеты, коих больше 50 штук, а также школы и корпоративный сектор. Не просто так их поставили в той последовательности, отдельно внизу Эконива, Мираторг, все вы их видели, уже там сейчас применяются и наиболее активным образом VR-технологии в корпоративном обучении, в дообучении, поскольку аграрные вузы, ну, здесь скажу прямо и честно, явно часто не дорабатывают. Удивительно, что в школах есть профильные агрошколы, вот, например, Тамбовской области, которые конкретно занимаются вопросами сельского хозяйства и уже сейчас тоже внедряют VR-технологии в образовании, в то время как прецедентов в аграрных вузах полноценных, явных и системных пока еще нет. Главный из которых, наверное, это Тимирязевская академия, город Москва, которая начала эту работу буквально в прошлом году, открыв VR-лабораторию. Вот по такой нисходящей мы расположили все пространство АПК на три основных контура. Это корпоративные предприятия АПК, академические, где у нас включаются все образовательные учреждения, и научный контур, где есть научные учреждения АПК. В науке агропромышленного комплекса в принципе VR-технологий нет ни в одном научно-исследовательском центре учреждений. Начинаем думать, что с этим можно сделать, если корпоративный опыт мы уже перенимаем, академический нужно подтягивать все больше и больше. Не просто так сказал, что в России действительно такого опыта у аграрных вузов пока полноценного нет, но мы уже можем посмотреть на наших коллег из Беларуси. И так буквально в прошлом году на 9-м форуме регионов союзных стран демонстрацию провели белорусская ГСХ о том, как они готовят сейчас специалистов-механизаторов на специальных симуляторах с погружением в очки виртуальной реальности, оттачивают навыки вождения конкретными агрегатами машинами. Проанализировав ситуацию в регионах России, ближнем и дальнем зарубежье, удалось выделить группы конкретных дидактических проблем. Первый из них – это формирование готовности самого преподавателя аграрного вуза к применению такой технологии. Во-вторых, нет форм работы, взаимодействия преподавателя со студентом и нет понимания, где границы применимости такой технологии. Проще говоря, нет понимания, как применять в теории, как применять на практике и вообще, когда стоит применять такую технологию. Честно говоря, мотивации тоже практически нет. Предлагаем следующую модель, которую мы разработали, внедряем сейчас в нашем университете. Конечно, она не исчерпывающая, она не закрытая, не полная. И есть конкретная роль преподавателя, которую мы предлагаем для наших ППСов как раз в качестве рассмотрения, в качестве знакомства. Многим из них нравится позиция комментатора, например. Студент находится в VR-погружении, преподаватель сможет прокомментировать, что происходит в реальной среде, пока студент находится в виртуальном шлеме. Либо роль аналитика. Что-то сделал студент, я в этом не поучаствовал, я проанализировал его деятельность по конкретным выходным показателям. Модераторов, наставников, лидеров пока, к сожалению, в таких типовых моделях мы не обнаружили. И более подробно хотел рассказать о том, как в рамках аграрного вуза, как специфического отраслевого, нам удалось задеть общую такую тему, которая может быть применима наверняка и во всех вузовских сообществах, во всем вузовском сообществе, начиная с кафедры физвоспитания. Мы обнаружили, что действительно есть большая проблема, не только у аграрных, вообще у всех вузов, что часы самостоятельной работы студентов, которые учтены в учебном плане, как правило, практически не контролируются. Каким образом? Есть 36 пар физкультуры, и есть 18 пар, которые студент должен как-то заниматься самостоятельно. Вопрос, как это проконтролировать и зафиксировать, неизвестно. Заходя по классическим подходам, участвуя в заседаниях кафедры со стороны других кафедр, презентуя технологию, удалось там все 12 человек сотрудников кафедры пропустить через, базовое знакомство просто, с Oculus, несколькими приложениями по VR-фитнесу с одной установкой. Оценить степень влияния на их координационные способности, на симметрию моторную, на развитие быстроты и многие-многие другие качества, что мы замерили и с их слов, и, собственно, с конкретных проб физических. Удалось выяснить, что действительно повышается моторная симметрия, повышаются координационные способности, улучшается скорость реакции. И когда человек пропустил через себя эту технологию, понял, что для него это уже не что-то незнакомое, неизведанное, то изначально негативная реакция сменялась большим интересом и, вспоминанием личного опыта. И уже сейчас студенты имеют возможность отработки часов самостоятельной работы у нас по конкретным приложениям, согласованным с кафедрой у нас, это O-Shape, это Superhot и это BitSaber. Ну и аналогичные в том числе могут быть и другие, но в рамках того, как мы работаем, я всегда сейчас советую работать не с конкретной единицей преподавателя, не с энтузиастами, а исключительно с конкретной кафедрой.
В ближайшее время планируем продолжить работу с кафедрами, тоже не профильными, обучать кафедру информационных технологий и статистики в качестве для начала тоже объекта изучения, затем средства обучения. Кафедра химического профиля, ну, здесь оно тоже очень обширный опыт имеет, и техника безопасности, и VR-лаборатории. Ну и дальше уже переходить к совершенно специфичным отраслям, когда мы говорим уже про ветеринарных врачей, там, про агрономов и многое другое. Хотел кратко обозначить выводы, которые мы пришли в ходе своей исследовательской работы. Во-первых, минимальным субъектом обучения предлагаем брать не конкретного человека всегда, а оптимально целую кафедру, где в нормальном распределении всегда найдутся 2-3 интересанта, живчика, активиста, которые будут готовы это продвигать, заинтересованно внедрять свою дисциплину. Предлагаем показывать все неклассические технологии в классическом преподнесении, чтобы работать с негативизмом, работать с возрастной аудиторией через заседания кафедры, через научные работы. И когда каждый из преподавателей в том числе смог поучаствовать в написании научной статьи о том, какой опыт он получил сам, который он передал студентам, они понимают свою заинтересованность в происходящих процессах. Ну и всегда необходимо учитывать специфику единого образовательного пространства, отрасли, будь то машиностроение, сельское хозяйство, педагогика, конкретного вуза и всю его корпоративную культуру. И только отличается одна кафедра от другой. На этом у меня все, чтобы не затягивать по регламенту. Я постарался, надеюсь, что я уложился и буду готов следить на вопросы. Да, спасибо большое, Никита. Да, действительно, затронута очень интересная тема, и здесь стоит, да, сразу вставить ремарку, что, несмотря на то, что здесь есть специфика аграрного вуза, ее вполне себе можно убрать и увидеть, оставить скелет, который вполне можно распространить на другие, не только на самом деле вузы, но и на школы, и на другие образовательные организации. И здесь как раз-таки поднимается вопрос сложности подготовки уже текущих педагогов, да, вот как их научить использовать эффективно таким вот системам. И для этого нужно большое количество новых разработок, которые, в том числе там Никита, да, в своей области занимается. Спасибо большое. Пока вопросов у нас в чате нет. Мы приступаем тогда к следующему спикеру. И в данном случае мы сейчас поговорим про очень необычную тему. Да, обычно, если говорят про технологии дополненной виртуальной реальности, там, о своих каких-то разработках, и особенно если мы говорим про отечественные какие-то разработки, да, то говорят, ну, про ПО, про системы обучения и так далее, а тут будет что-то про железо, что обычно на конференциях и в новостях звучит очень редко. Поэтому представляю Рустама Абдюханова, да, с докладом как раз-таки по теме нового очень интересного проекта. Прошу. Да, всем добрый день. Сейчас включится презентация, я надеюсь, уже появилась. Все видно. Отлично. Я представляю проект AirKit. Сейчас это проект компании Flexible. И то, что мы сделали, мы подумали примерно так, что дополненная реальность – это, в принципе, будущее нашего взаимодействия с цифровым миром наряду с виртуальной реальностью. У них, у каждой технологии есть свое применение, есть своя область деятельности, и действительно, во многих областях виртуальная реальность – это прям огромный прорыв. Я большой респект коллегам из Варвин. Это действительно шикарная, мы знаем, конечно, Варвин, это действительно шикарная среда разработки и очень действительно простая и понятная в освоении. Но мы пошли в параллельную, в соседнюю технологию, в дополненную реальность, поскольку мы считаем, что ближайшее наше будущее взаимодействие с цифровыми средами в повседневной жизни и в профессиональной жизни – будет связано с новыми методами представления цифровой информации, непосредственно путем наложения цифровой реальности на нашу с вами реальную реальность. И мы видим, как это сейчас происходит и какие компании взлетают на рынке. Все, наверное, слышали про Microsoft HoloLens, про... Забыл, как их зовут. В общем, еще один мощный пример. И сейчас в профессиональных отраслях, например, в том же строительстве, в нефтегазодобыче, в производствах используются такие гарнитуры, как RealWear, Unreal. Ну и, конечно, уже несколько лет, уже, наверное, лет 10 используются видеоассистенты, такие как Вузиксы, Эпсоны и подобные. И, собственно говоря, мы подумали буквально о следующем.
Если AR – это наше будущее, и не мы одни так считаем, умные люди тоже считают, что дополненная реальность будет большим таким следующим технологическим бумом, то кто будет строить наше это прекрасное будущее? И здесь возник большой вопрос. Технология непростая. Технология требует специализированного железа. И это специализированное железо большинство мировых производителей полностью привязывает к собственным программным экосистемам, к собственному софту разработки, к собственным магазинам приложений, собственным даже операционным системам, таким как у Magic Leap, Special OS. Ну и, собственно, даже Apple со своим Vision-шлемом, конечно, по своим базовым характеристикам, это шлем виртуальной реальности. Он полностью отсекает пользователя от реального мира. Но благодаря продвинутому режиму pass-through, который в нем есть, это еще и шлем смешанной реальности. То есть он вполне может, точно так же, как и новый шлем Oculus Pro, ну, Meta Pro теперь, да, точно так же он, Quest Pro, он позволяет работать и в режиме дополненной реальности, в режиме смешанной реальности, когда цифровые искусственные объекты помещаются и привязываются к реальным физическим объектам в окружении. И мы решили, что нам нужен инструмент, который будет учить будущих инженеров, разработчиков, создателей дополненной реальности, создателей интерфейсов, создателей программного обеспечения, образовательных и любого применения приложений дополненной реальности. Но для этого надо объяснять нашим будущим инженерам, нашим будущим программистам, как саму технологию дополненной реальности, как она устроена, как она работает, и для того, чтобы они могли в дальнейшем разрабатывать какие-то специализированные решения, так и учить их основам программирования, создания приложений, создания интерфейсов дополненной реальности, поскольку это будут совершенно другие интерфейсы. Вот то, чем мы пользуемся сейчас, любой смартфон с его интерфейсом, да, вот этот интерфейс должен вдруг появиться привязанным к реальному миру. И тогда мы придумали такой конструктор, буквальным образом лего для дополненной реальности. Этот конструктор состоит из модулей электроники, из модулей оптики, из модулей связи и модулей ввода-вывода, то есть микрофона, камеры, микродинамиков или же наушники к нему можно подключить, кому как нравится. И мы решили, что такой модульный конструктор вместе с нашим программным обеспечением, а все программное обеспечение мы выкладываем в формате open source, оно абсолютно открыто и доступно для любой модификации или же создания собственных приложений поверх, или встраивания в любую систему. То есть здесь мы абсолютно открыты. И таким образом этот конструктор предназначен для того, чтобы можно было буквальным образом разобрать эту гарнитуру, пересобрать ее в каком-то новом формате, перепридумать собственный корпус, собственное размещение. Есть ключевые вещи, такие как оптический блок и камеры, одна камера, две камеры, стереокамера, лидар, все что угодно подключается к нашей гарнитуре, поскольку у нее есть свободные слоты, свободные подключения по USB, значит, любое USB-устройство. Мы уже видели опыт подключения газоанализатора к нашей гарнитуре и температурного датчика. То есть можно посмотреть на какой-то объект и сразу же с датчика получить информацию о температуре этого объекта прямо в дополненной реальности поверх этого объекта. Соответственно, гарнитуру можно пересобрать, ее можно напечатать заново, можно перепроектировать корпус в комплекте с гарнитурой. Мы предполагаем выдавать лицензию на программное обеспечение трехмерного моделирования Compass 3D, тоже российская замечательная система. И дальше наши студенты, наши обучающиеся могут создавать как собственные варианты гарнитуры, так и пользоваться готовой гарнитурой
Вот она здесь на картинке справа. Это готовый комплект гарнитуры, который мы сейчас планируем к поставке. Мы провели первый пилот с этими гарнитурами в МГПУ. Ну, конечно, насобирали много шишек, насобирали много справедливых замечаний. Ну и прекрасно. Следующая версия гарнитуры уже готова. Мы сейчас внутреннее тестирование проводим. И в дальнейшем мы планируем создать из пользователей нашей гарнитуры, из преподавателей, студентов, учеников, в том числе там, внешкольных, вне вузовских учебных каких-то заведений, таких как те же кванториумы, эти кубы и так далее. Мы планируем создать и уже начали создавать сообщество энтузиастов, сообщество тех, кто заинтересован в развитии этой технологии, для того, чтобы развивать как open-source базу кодовую, так и делиться то, что называется best practices, лучшими идеями, лучшими приложениями. И здесь как раз к тому, что говорил Александр, у нас гарнитура из объекта изучения, то есть объекта, на котором мы изучаем саму технологию дополненной реальности, как это работает, как это программируется, гарнитура превращается в средство обучения. То есть любой студент, школьник старших классов, студент колледжа, изучающий дополненную реальность с помощью нашей гарнитуры, с помощью нашего софта, может создать, или же преподаватель может создать приложение для изучения каких-либо предметов в рамках того же учебного заведения. Как пример, конечно, я здесь показываю такой уже классический пример, показать солнечную систему в дополненной реальности. Ну, это просто действительно самый зрелищный, наверное, пример — увидеть солнечную систему на собственном рабочем столе, да? Но это может быть, в общем-то, что угодно. Это может быть любая техническая дисциплина любой машины или механизма, внутреннее устройство, увидеть процесс работы любой машины или механизма. Это может быть преподавание биологии. Александр говорил об истории. Почему нет? Почему нельзя, например, сделать действительно хорошую 3D-модель, хороший сценарий и вывести в дополненной реальности, я не знаю, конного воина 14 века прямо в классе истории? Ну, почему нет? Это все будет возможно сделать. Конечно, это потребует изучения всех смежных вещей, таких как 3D-моделирование, как программирование, собственно, вот, о чем говорил Александр, коллега из Варвина. Да, на самом простом уровне, да, вначале в виде конструктора, и мы вместе с гарнитурой предоставляем такие шаблоны простейших приложений, но эти шаблоны можно развивать, и эти шаблоны можно от этих шаблонов рано или поздно все-таки перейти к самостоятельному созданию программного обеспечения. Я стараюсь быть кратким, но надеюсь, я основную мысль донес. Что касается самого железа. Здесь, конечно, забавная ситуация. Все железо полностью спроектировано нами. Мы не используем ни одного готового стороннего решения. Оптический блок собственный, он запатентован. Электроника вся спроектирована в России, но, конечно, готовые платы мы заказываем, получаем из Китая. И забавная история получилась, когда китайцы нам прислали очередную партию плат и так тихонько поинтересовались: ребята, а вам для чего? Ну, какая-то необычная плата. Ну, мы им показали, рассказали, вот такая гарнитура, вот такой конструктор. Китайцы подумали, сказали: а можете нам готовых конструкторов поставить? Мы у себя тут изучать будем. Мы, честно, посмеялись. Вот. Ну, почему нет? Может быть, и будем поставлять. И в целом это в своей основе core – это российская разработка. Оптику мы делали вместе с МГУ. Электронику нам делали Bauman, CIMI, Фишники. То есть это все придумано российскими инженерами и придумано в первую очередь, и весь софт в первую очередь
пишется для того, чтобы использовать это в нашем российском образовании. Мы ведем сейчас диалог и с Министерством просвещения, и с руководством нацпроекта образования, и с Олимпиадным движением НТИ, и с многими другими, потому что мы искренне верим в то, что дополненная виртуальная реальность – это огромное поле для будущего, для развития образования. И кроме всяких иностранных замечательных поставщиков решений, есть куча российских решений. Конечно же, мы хотим быть в их числе. Ну, про команду, наверное, долго говорить нечего. Мы тут все, в общем, такая Dream Team получилась. Ну, и мы сейчас, конечно, мы пока стартап, мы пока начинающая команда, то есть у нас еще нет массовых поставок. Мы сейчас только планируем пилоты в еще нескольких вузах и колледжах. Поэтому, если есть какие-то вопросы, интерес, you're welcome, можно с нами связаться всегда. Мы всегда будем рады обсудить, поделиться какой-то своей экспертностью, рассказать о том, что мы делаем и как. И, конечно, организовать какой-нибудь пилот тестирования. Мы открыты к диалогу. Спасибо большое. Постарался уложиться. Спасибо большое за очень необычный, интересный, да, получается, такой доклад. Хочу подтвердить, да, что мы с этими очками уже работаем, да, активно. У нас есть первый прототип. Спасибо, да, Александр, да. Да, а если отключите презентацию, то, наверное, она побольше будет. Да, демонстрация. Да, спасибо. Вот, поэтому можно их уже сейчас потрогать, поиспользовать, они работают. У нас наши и студенты, и наши преподаватели их активно уже тестируют, да, и я очень надеюсь, что в ближайшем времени у нас придет еще одна партия, да, вот этих устройств, и мы сможем их уже полноценно внедрить в учебный процесс. Притом мы планируем использовать это и как объект изучения, и на самом деле уже есть такие затравочки попробовать использовать и как средство обучения на ПО, которое будет разработано нашими разработчиками и преподавателями. Поэтому здесь очень интересно. Я хотел еще также дополнить, что вот мы, когда разрабатывался данный проект, я давно уже слежу за его историей, да, он был первый такой вот в мире. Я больше не видел похожих систем. Сейчас появляется где-то там в Канаде какой-то аналог, но вот только сейчас, да, а вот эта система была не просто первая в России, а первая в мире. Поэтому это стоит отметить. Это правда, это правда. Именно модульный конструктор и такой легкий в работе. Мы протестировали пару экземпляров в детском кружке SM-механик, и там дети 11-12 лет вполне себе прекрасно разобрались, тут же мне разобрали эту гарнитуру, тут же пошли, отломали дужку, напечатали себе новую. Вообще красота. Здорово. К сожалению, у нас остается совсем мало времени. Если есть какие-то, возможно, слова, которые вы хотели бы сказать, да, вот в тему нашего выступления по, да, как научить виртуальной дополненной реальности, то можно это сейчас сделать буквально вот на секунд 30. Да, и, к сожалению, вот на обсуждение времени не остается из-за технических проволочек вот в начале, из-за технических проблем. Есть ли у кого-то что-то сказать? Угу. Да. Александр. Угу. Да, я, ну ладно, я так просто скажу коротко, наверное. Мне кажется, здесь вообще технологии там виртуальной реальности, многим кажется, что это какие-то космические корабли, которые бороздят просторы Вселенной, что это очень сложно, что это что-то там про матрицу и все такое, но в общем-то и целом в этом нет ничего страшного, то есть это просто нужно сделать первый шаг, самое главное, что-то начать пробовать, создавать. Вот, для этого есть уже готовый инструментарий и в дополненной реальности, как мы сегодня убедились, там, и в виртуальной реальности, есть куча образовательных материалов и в свободном доступе, и акселератор VR-концепт, и там наши курсы обучения, и бесплатные материалы, которые можно найти на YouTube. Вот, самое страшное, вот этот первый шаг, нужно преодолеть вот этот барьер, и после этого вы поймете, что технологии виртуальной реальности это не сложнее, как Александр сказал, сложнее, чем PowerPoint на самом деле. Ну, ладно, окей, немножечко сложнее все-таки, но не настолько критично. Вот, поэтому
призываю вас не бояться и пробовать себя в чем-то новом. Если даже ваш мозг сопротивляется. Да, я добавлю, что как раз вот мы все с коллегами работаем над тем, чтобы этот первый шаг был как можно проще, чтобы он был как можно легче. И окей, тут главное начать, аппетит приходит во время. Все придет. Да, то есть технологии становятся намного более доступными, чем даже вот буквально 5 лет назад. Мы можем уже переходить к такой массовости и на качественно новый уровень развития в данном плане. Угу. Спасибо большое, коллеги. Я очень рад, что мы с вами сегодня смогли пообщаться, выступить столь интересными докладами, с разработками. Видно, что в нашей стране, да, получается, что есть очень интересные разработки, вполне себе общемирового уровня, и мы можем по многим параметрам, я думаю, возглавить этот процесс развития дополненной виртуальной реальности, может быть, и не полностью там в технологическом плане, да, автономно, но хотя бы вот концептуальных каких-то вещах, да, конструкционных, педагогических развития кадров, здесь мы можем вполне выступить в первых рядах. И я очень рад, что данная тема на самом деле очень обширна, и очень много кто этим у нас занимается вполне успешно. Я вижу в комментариях, вот вопросов нет, но есть очень много благодарности, что тема была очень интересной, полезной, и то, что вот эти вот проекты, которые сегодня были представлены, они очень интересны слушателям нашим, да, я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем изменить состояние, да, в нашей сфере образования к лучшему вот за счет данных технологий и при этом не навредив. Спасибо большое, коллеги. Я думаю, что можно заканчивать данную секцию. Да. Напоминаю, что у нас еще очень много секций впереди интересных есть, поэтому полностью не отключаемся, а переходим после небольшого перерыва к другим секциям слушать других докладчиков. Спасибо вам большое, коллеги. Спасибо большое слушателям.